Итак, ребят, всем привет! У нас очередной выезд. Приехали по ландшафту, да? По обзору вы видите, что мы приехали все в то же место с ночевкой. Сегодня у нас состав немножко менее такой, знаете, ну, мало нас. Но все у нас взрослые, то есть нам не нужно смотреть за ребятишками, кто где находится. В общем, все самостоятельные. С нами сегодня будет дама. Ну вот она, Танюшка. Между прочим, сегодня день медицины, и у ней сегодня праздник. Так что мы за ее здоровье уже хряпнули. У нас новый кок, то есть она у нас будет сегодня по столовой. В прошлый раз у нас... В прошлый раз у нас Серега. Вот. Рустик, как обычно, за костром. Это у него стандартная традиция. В общем, сегодня в дружной компании, в общем, все мужчины, женщины, взрослые, детей нету. Беспокоиться не нужно. Посидим сегодня у костра, немножко пригубим, но должны сами понимать, выехали за пределы Самары. Сколько? Километров 150, да, сейчас? 150 в одну сторону, так что далековато, и мы должны отдохнуть на славу. Будем сейчас шурфить, вернемся на старый фундамент, где у нас получилось более 70 монет. Там был у нас екатериновский пятак, был пятак, к сожалению, утраченный... кольцевик, были серебрушки. В общем, туда сейчас вернемся. 70 монет, нормально. И сейчас будем там продолжать. Заодно еще и присыпать наш фундамент. Потому что после себя нужно обязательно, ребята, хотя бы присыпать, чтобы не было больших котлованов. Ребят, находок нет и хрена. Но мы хоть немножко решили позажигать. Танюша. Наша красотка. Да, королева, красотка. Серега красавчик, да. Молодцы, молодцы. Пустой термос, да? Но у нас там есть зажигательное, есть. Да, ребята, зажигаем. Молодцы, красавцы, красавцы. Танюха, давай зажигай, Танюша. Сполат. Серега, давай, красавчик, давай зажигай. Музыка не пройдет по авторским правам, ёшкин кот. Танюша, смотри на меня. Красавица, красавица. Поздно, поздно. А во лбу звезда горит. Так, ребята, мы... Да не может быть! Да, это Ленин, сука. Да как же так? Ребята, здесь цари, советы поздние, и рубль. Это рубль. Рубль СССР. Ёшкин кот, мы мечтали сегодня, отправлялись на коп, откопать рубль. И вот тебе рубль. Да, 1970-й. Ребята, рубль. Я твою охереть. Мы хотели Николаев рублей там. Николаев, Александров, на тебе. Ленин. Ленин. Ладно, продолжаем. Крупная монета зачет. Ну ладно, хоть так-то. Продолжаем. Итак, ребята, долгожданная монета. Блин, а куда я ее положил? Ай, блинский. А вот. Фу, блин. Я думал, в темноте не найду. Долгожданная монетка. И это у нас монета 3 копейки. Блин, и тоже 31 год. Офигеть. Вторая подряд, 31 год. Вот так вот. Комаров, ребята, тут вообще жесть. По сравнению с прошлым разом,
Это вообще жесть. Вы даже не представляете, что здесь творится. Прям жужжат. Жесть полная. У нас уже рассвет, ребят. Уже рассвет. Я один. Совсем один. Итак, ребята, у меня находка. Чем мне нравится копать, ребята, советики? А вот почему. Именно ранние советики интересны тем, что в данном случае я сначала подумал, что это двушка или трешка. Но когда перевернул и стал чистить, смотрите, что. Это у нас 20 копеек. 20 копеек серебряные. 27-й год. Ох-ох-ох. Шикардос. Вот всю ночь я, наверное, ждал вот именно это серебро. Крупная серебряная монета. Класс. Класс, класс, класс. Оно того стоило. Продолжаю. Может, еще серебрушка выпадет. Будет вообще классно. Пойду-ка я, наверное, сюда вот на перекур. Что-то у меня камера вообще... Фокус пропал. Вы это, ребята, слышите? Я надеюсь, что да. Комаров. Куча. Тишина. Раннее-раннее утро. Ай-яй-яй. Ребята, вы даже не представляете. Прям в яйку укусила. Зараза. Суки. Ладно, продолжаем, ребят. Итак, ребят, только сглотил пиво. Глоток пива. Так, фокус. Фокус, фокус, фокус. И вот знаете, трешка. Трешечка выпала. Я буду удивлен, если трешка 31-го. Ну, не знаю. 29-й. 29-й трешечка. Вот такая вот нарядная. Зеленый. Класс. Блин. Три трешки. Зачет. Вот такая вот у нас лепота, ребята. Раннее-раннее утро. Красавцы полетели. А мы копаем. Лебеди. Ну что, ребята, дождались. Наконец-то дождались. Первый сегодня царская монета. Это копеечка. Одна копейка. Николай, скорее всего. Год сказать не могу.
Вот такая первая сегодня маленькая царская монетка номиналом 1 копейка. А гаврики все еще спят. Итак, ребят, шурфлю вдоль бревна, вдоль венца, я так предполагаю. До этого была копеечка 29-го, я вам не показывал. Но вот на этой вот копеечке решил обострить свое внимание. Это копейка 33-го года. Старый герб. И она, если я не ошибаюсь, дорогая. Насколько дорогая, вы уже, наверное, знаете. Я еще нет. Так что ладно. Советики. Но они все-таки попадаются здесь. Итак, ребят, ну что, подошел наш день к своему завершению. Обзор находок ничего не буду делать, так как у меня всего-навсего чуть больше 10 монет. У пацанов еще хуже. Вот. Серый нашел что, серый, Рос? Нашли что-нибудь? Нашли? К сожалению, пацаны никому не покажут. В общем, получилось так, тухленько, но все равно получилось весело. Так что ладно, на этом и все. Всем пока. За собой везде порядок оставили, шурфы прикопали и за собой полянку тоже облагородили. Так что ладно, на этом и все. Всем пока, до новых встреч.